Вітаю! Це програма «Відверто». Я Катерина Ковбій. Поруч зі мною сьогодні проникливий фотограф Олексій Бадер. Олексій, вітаю! Добрий день! Тож, Олексію, фотографія і психологія. Як вони у вас поєднуються? Всі давним-давно знають о том, що фотографія без психології взагалі ніяк. Вот. И учитывая то, что основная моя специализация все-таки больше портретная фотография, портретные фотографии никак без психологии вообще никак. Вот. Поэтому лет 8, наверное, назад, да, было решено начать активно этим заниматься, погружаться в это. Вот. У меня есть образование психологическое, поэтому как бы это помогло раскрыть это все дело. Что самое из психологии взяли в эту свою творчесть? Есть такое направление – фототерапия. Оно достаточно новое с точки зрения наук. Оно начало свое развитие с Америки. Вот. Там оно достаточно развито. Оно имеет много направлений. Но вот то направление, с которым я работаю, скажем так, оно менее развито, скажем так. На Украине, насколько я знаю, не так сильно развито, поэтому мне это нравится, я с этим работаю, вот и все. У які етапи проходить ця фототерапія? Що має відбутися із вашою моделлю? Это в любом случае это фотография, да? Это все равно портрет, и портрет искренний, если так упрощать все это дело. И основной задачей хороший портретист, фотограф, он всегда ставит открыть человека, найти, вернее, ту особенность, которая его отличает от других, и это качественно показать. Вот. Своей задачей я ставлю открыть то, что внутри, достать это на поверхность, и это уже запечатлеть. Это такая самая простая задача, и если человеку нужно и важно это, мы пытаемся потом это все подружить, потому что очень сложно, когда там человек это все прятал всю свою жизнь, потом это все достал на поверхность. Ему вроде как стало хорошо и легко, но с этим надо еще как-то жить в окружающем социуме. И тогда мы пытаемся подружить это все. Вот это как бы так в упрощенной форме, как это все работает. С точки зрения этапов, скажем так, это всегда однозначно разговор. Вот, то есть нет такого, что там пришел человек и одевайся, остановись и будем фотографировать. Нет, мы всегда поговорим, обсудим там моменты, которые, что важно для человека, и начинаем работать. А про что зазвичай говорите? О человеке. Вот, то есть идея всех, как правило, фотографироваться больше всего любят девочки, да, это не секрет. Вот, мальчики тоже приходят, мальчики и девочки, я упрощаю, неважно. По возрасту. Чаще всего, конечно, приходят девочки. У девочек, как правило, самая главная идея – я красивая. Это понятно, это логично, но тема юбки, блузки там, или еще чего-то, как правило, которое возникает в ассоциации с фотосессией, она не обсуждается. Обсуждается, какая ты. Вот. И тогда мы уже о чем ты хочешь сказать своей фотографии. То есть хорошая фотография, она должна о чем-то говорить. Поэтому мы стараемся вот эти две вещи погружать в нашу работу совместную. Я считаю, что это совместная работа, потому что все равно человек тоже принимает в этом активное участие. Для него это преображение какое-то происходит. И очень важно в этом всем, чтобы человек хотел. То есть если человек не хочет, мы в это не лезем. Мы делаем просто хорошие, красивые фотографии, но вот та искренность, которая дает возможность быть с помощью фототерапии, такая вот настоящая чистая искренность, она, как правило, рождается уже в более длительном, скажем так, сотрудничестве. А є якісь речі, які ви обов'язково маєте знати про людину, яка от до вас приходить зніматися? Нічого такого. То есть мы говорим о том, о чем хочет сказать человек. Если он не хочет об этом говорить, мы об этом не говорим. Естественно, иногда мы касаемся каких-то, может быть, и больных тем. Вот, всякое бывает. Кто-то бывает плачет, кто-то смеется, кто-то просто рассказывает о чем-то. Но нет такого, чтобы я требовал каких-то там данных, которые ты должен сказать, и все. Правда, человек пришел для чего-то, он сам делится этим всем. А є взагалі якась категорія людей, яким ви відмовляєте? Тобто працювати з ними взагалі не можете?
Бывает. Бывает, есть люди, которые, ну, во-первых, которые не хотят. То есть они вроде бы как вот у всех есть такое «я хочу», есть такой тип людей. Вот, они приходят, но реально они не хотят всего этого, но как бы просят. Просят, но не хотят. Вот, такими мы как бы вот, говорю, либо мы занимаемся этим вопросом, либо зачем. Вот, поэтому вот мы это не развиваем тогда. И, ну, как бы не хочется тогда это делать, потому что это человеку не нужно. Если кому-то это не нужно, зачем это все делать? То есть мне нравится, когда мне получается помочь человеку, когда у многих, ну, есть очень много таких историй в отзывах, да, которые там корни поменяли жизнь. Мне нравится это делать. А когда человеку это нужно, зачем? А можете навести якийсь приклад, як ви сильно повпливали на когось своєю фототерапією? Ну, было много таких всяких примеров. Ну, один из начальных, вот как бы очень таких ярких примеров, когда я решил точно, что нужно это углублять свои знания, опыт. Ну, была молодая девушка, да, и когда вот был процесс этот уже совместный, и у нее, скажем так, мы очень часто не умеем даже дышать. Вот. И когда у нее получилось вот это вот дышать, и ее отпустило, вот все, у нее очень много проблем было, да, она это все отпустила и начала просто дышать. И когда я это увидел, насколько это было, как будто новорожденный человек. Вот в мимике лица это было реально ощущение новорожденного человека. Мне реально аж мурашки по коже побежали от этого всего. То есть ощущение, чувствуешь себя врачом, гинекологом, который, акушером, гинекологом, который принимает роды. Вот. И сильно это меня впечатлило. Естественно, после того, конечно, мы не один раз работали с этой девочкой, но мне это произвело такое неизгладимое впечатление, скажем так. Говорите, что и хлопчики, и девчата приходят. Угу. С кем тогда работать вам легче и чему? Ну, легче с точки зрения получения красивых фотографий всегда с мужчинами. Они честнее снаружи. Да? То есть, честная картинка, она получается быстро. Вот. С точки зрения интереснее с женщинами, потому что, ну, лабиринты достижения, они длиннее, да, и вот как-то получается, более результативнее получается, более интереснее процесс, скажем так, происходит. Чого ви чекаєте від остаточного варіанту? Це ж не просто має бути красива фотографія, ви ще з чогось чекаєте від цього? Так, да, вона однозначно повинна бути іскренній, а це дуже добре видно в очах. Тобто є дуже багато фотографій там, в інтернеті, якщо ми бачимо, да, є красива дівчинка, красиво стоїть, красиво одета, там три відра фотошопа, грубо говоря, да, але в неї в очах відсутствие повне, її немає. Тобто є тіло красиве, але там чоловіка немає. Вот, я стараюсь достижения присутствия. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, мне нравится, когда портрет, изображенный человек на портрете, контактирует со зрителем. Нет фотографа посредине. Вот, то есть прямой контакт со зрителем. Про себя что сейчас я могу дізнаєтесь? Ну да, потому что все истории, они как бы разные, но они все очень похожи, есть типичные как бы моменты, да, и, естественно, что-то похожее, да, было в моей жизни, будет в моей жизни, близкое происходит сейчас, поэтому иногда, смотря, обсуждая там с каким-то человеком какую-то его ситуацию, понимаешь, что, может, где-то сам был неправ в какой-то той или иной ситуации, то есть, ну, вот как-то так. Можете взагалі себе назвати щасливою людиною? Думаю, так, да, тому що я ж говорю, я дуже багатьом людям допомог і приємно. Про що зараз найбільше мріяти? Більше всього мечтаю, мабуть, о тому, щоб углубити свої знання в цьому питанні, більшим людям допомагати, може бути, як-то, ну, швидше для того, щоб більшим. Ну і на сам кінець, що можете побажати нашим глядачам? Бути більш чесними. Прежде всего з собою і з окружаючими в тому числі. Чим чесніше чоловік, тим легше жити. Це була програма «Відверто». З нами був проникливий Олексій Бадер. Побачимось!